Известный и неповторимый певец, композитор, кумир миллионов Олег Винник из Черкасщины стал гостем на открытии нового медицинского центра «Биофармаплазма» в Черкасах и сдал кровь для спасения украинцев от коронавируса. Артист сдал кровь второй раз в жизни. «Сдаю кровь во второй раз, горжусь этим. Ведь мой отец был донором, сдавал кровь чуть ли не сотни раз. Его очень уважали за это. А я только сегодня понял, насколько это важно и круто. Ведь таким образом я могу помочь спасти чью-то жизнь. Если есть возможность это делать, ее обязательно надо использовать», — говорит певец. По словам Олега Винника, он по собственной инициативе стал донором плазмы. «Мне для своих земляков ничего не жалко», — рассказывает звездный артист. Спасибо огромное Олегу Виннику от нашего канала «Время перемен» и от многих ваших поклонников за ваши добрые поступки, за прекрасное творчество и неповторимый голос, который затрагивает душу. Олег Анатольевич, вы пример для многих. У вас истинно золотое сердце и чистая душа. Счастья вам, здоровья, мира, добра и хорошего настроения!